Если вы думали, что в английском языке будущие события выражаются с помощью future simple, no. Не только с помощью future simple. Не только. Будущее время можно выразить, ну, логично, future simple. Next, present continuous, с помощью фразы to be going to, собираться что-то делать. And present simple. Ну да, да, настоящим временем. С будущим все понятно. Например, однажды ты станешь великим блогером. You will be a great blogger one day. То теперь давайте рассмотрим фразу в continuous. I'm having a meeting with my partners tomorrow. Я встречаюсь со своими партнерами завтра. В русском также. Я встречаюсь. Ну, как бы встречаюсь, как бы сейчас. Просто слово завтра подсказывает, что-то будет завтра. Далее, present simple. Например, поезд прибывает в 5. The train arrives at 5. Это расписание. Он постоянно прибывает в одно и то же время, поэтому здесь present simple. Easy, man. Ну и фраза to be going to, собираться что-то делать. Она не только, кстати, к людям относится. Например, я собираюсь... Я собираюсь... выучить английский. I'm going to learn English. Но и также про различные погодные условия. Например, собирается на дождь. It is going to rain. То есть очевидный факт, вы видите, сейчас будет дождь, поэтому в этом случае у нас специальная фраза to be going to. See ya!